Все светлее, а значит уютнее и безопаснее становятся магнитогорские дворы. В городе продолжаются работы по восстановлению уличного освещения. На днях специалисты горэлектросети зажгли огни в квартале номер 109. Подробнее обо всем далее. Прошлое у городского микрорайона номер 109 довольно темное. Местные жители рассказывают, сколько себя помнят. По вечерам дворы здесь погружались в полный мрак. Света подъездных фонарей было явно недостаточно. Идешь по кварталу, темнотища страшная. Летом-то еще ладно, а зимой как-то страшновато, кусты кругом. Вот. А сейчас очень хорошо. Буквально на днях специалисты горэлектросети закончили здесь работы. Установили в квартале 34 опоры уличного освещения. Монтаж оборудования – это все работы, начиная от монтажа опоры и заканчивая подключением светильника. Ставятся столбы, опоры, тянутся провода и ставятся кронштейны со светильниками. Делается силами подрядных организаций, то есть которые выиграли конкурс на эти работы. А потом мы принимаем все это на обслуживание горэлектросети. Работы по освещению городских дворов продолжаются в течение всего года. Буквально две недели назад на 106 фонарей светлее стало в квартале номер 133. Также в стадии завершения находятся работы у домов 121 и 127 по проспекту Ленина. Уже в конце недели здесь загорятся ярким светом 18 новых ламп. В ближайшее время новые электроопоры появятся во дворах на Ленинградской, Бориса Ручьева, Куйбышева. Большой объем на левом берегу. Это район, внутриквартальное освещение, район улицы Ржевского. Вот. Там порядка 54 опор и светильников смонтировано. Улицу Любимую тоже взяли работу, включили. 41 опора. Запустили уже еще на левом берегу, тоже на территории школы, по улице Планерной. Освещение 16 опор. Работы по восстановлению уличного освещения будут продолжаться до конца декабря. В планах специалистов смонтировать еще порядка 200 опор. Помимо монтажа нового оборудования, рабочие бригады занимаются плановыми ремонтами. И если у горожан возникли проблемы с наружным освещением, сообщить об этом можно в диспетчерскую службу по номеру телефона 29 30 92. Работает служба круглосуточно. Евгения Салахутдинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.